Всем привет! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru я расскажу про основную стирку в стиральной машине. Сейчас в современных стиральных машинах, особенно в стиральных машинах класса А, это самый высокий класс, существует огромное количество различных режимов, различных функций. Конечно, некоторые из них, скажем так, жизненно необходимы, но, как показывает практика, многие из них даже не используются, и люди обычно используют 4 или 5 режимов, скажем так, основных режимов, которые необходимы просто-напросто для стирки. И что же это за основные режимы, что же это за основная стирка, давайте посмотрим. Скажем так, самыми необходимыми режимами это является режим хлопок. Хлопок, конечно же, необходим. Хлопок нужно стирать отдельно от всех других вещей. Стирается машинка при этом режиме 1:58 при температуре 60 градусов. Далее, следующий не менее важный режим – это синтетика. Конечно же, у нас, наверное, половина гардероба состоит именно из синтетических вещей, а синтетику и хлопок стирать вместе нельзя, так что синтетические вещи мы стираем отдельно. Стирается при этом режиме машина 1:23 при температуре 40 градусов. Но, кстати, на обоих режимах количество оборотов указано 1000, но я бы рекомендовала убавить количество оборотов до 600, потому что при большом количестве оборотов вещи, особенно синтетические, начинают портиться. Они, во-первых, очень мятые, могут появиться заломы, могут появиться катышки, цвет может также у одежды портиться, как и принты. Так что лучше убавьте. Далее, не менее важный, и уже этот режим можно отнести к основной стирке, потому что без него уже никак. Это режим деликатной либо ручной стирки, потому что уже практически, наверное, все вещи, ну, большинство вещей нужно стирать именно при деликатной стирке, потому что вещи у нас не портятся при этом режиме, и, например, постельное белье, подушки, одеяло мы тоже стираем только при деликатной стирке. Стирается машина 58 минут при температуре 40 градусов, но можно убавить и до 30, потому что некоторые вещи стираются только при 30 градусов. Ну а остальные режимы можно отнести уже к дополнительным, а эти три можно отнести к основным, потому что на самом деле без них никуда. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки к этому видео. Всем пока!